Глава региона Дмитрий Кобылкин встретился с ямальскими общественниками. Ему были презентованы проекты социально ориентированных некоммерческих организаций, победителей конкурсов, президентских грантов. Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что необходимые условия для развития и поддержки общественных организаций на Ямале созданы, и отметил активность представителей НКО на региональном и федеральном уровнях. Цитата. «Конкурс президентских грантов – реальная возможность реализовать ваши социальные инициативы, и результаты прошлого года – имея в виду количество победителей, 32 некоммерческие организации, и размер привлеченных в регион федеральных грантов, порядка 36 миллионов рублей, доказательство высокого к вам доверия», отметил губернатор округа. Глава региона подтвердил готовность помогать в реализации социально важных общественных проектов, пишет пресс-служба главы региона.